Тачка хорошо так в зад въешивает. И вот пошло вперед. Двери мы открыли же. И зажал. Начать не открывается. Кругом залома. Посредней стойки. Видимо, появилась вмятина. С правой стороны, как и с левой, то же самое. Внутри вообще вмятина. В общем, тачка идет под распил. Зазок отрезаем по стойкам и по рогу. И вставляем донора. И для этих целей мы купили пилу ленточную, ручную. С тисочками. И сама пила. Все вроде бы. Здесь ничего нет. Откроем. Вы найти обзор по этой машинке достаточно. Поэтому узнать о ней не проблема. Так, по-быстрому. Подачи у нее нету. Слушай, она это... Смотри, она автоматом просто. Под своим весом. Надо фиксатор кнопки сделать. Ага. И концевик, который раз здесь упал на него и выключился. Смотри, думаешь, зачем здесь вот эта херь? Вот это. Это для цепочки, а вообще надо здесь прицепить. Да. Вот, видишь, блин, раз. Ну, надо сказать, что так вообще заебок. И никаких искр, ничего. Вот это да. Абсолютно. Это хорошо. Штока от амортика отпили. Штока от амортика. Да легко, я буду пилить, не надо будет. Не надо будет это сделать.